гимнастика для укрепления позвоночника из 4 упражнений, вернее из 5. Первое упражнение. Принимаем такую вот. Вот. И пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отдохнули. Второе упражнение. Ножки чуть пошире. И пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. То есть сделаем с небольшим скрутом. Семь. Восемь. Теперь нам необходимо то, что мы нагрузили спину, расслабить. Третье упражнение. Вот такое. Теперь делаем ролик. Такой. И старайтесь ногами сильнее делать движение вверх, чтобы растянуть поясницу. То есть это и раз. И два. И три. И последнее упражнение — ходьба на четвереньках. Когда мы с вами идем на четвереньках, то получается, что у нас позвоночник без нагрузки, и при этом вот так вот движется. То есть мы идем, ноги должны быть прямые, руки, и пошли. Идем около примерно полуминутки-минутки. Вот на этом гимнастика по укреплению позвоночника закончила. Делайте ее регулярно, и спина будет настолько крепкая и гибкая, что никакие грыжи позвоночника и прочие растяжения ей просто-напросто будут не страшны. А так от безделия, от детренированности она страдает в первую очередь. Пользуйтесь этими советами.